обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи. По одной простой причине. Потому что настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации. Во-вторых, что не менее важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума. Господа, просто подумайте, как реагировали бы ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы говорили о том, что вот там вашего сына избивают. Хотя это абсолютно не так. И опять же говорю, что вы все меня сейчас видите, я чувствую себя абсолютно прекрасно. И поэтому я бы хотел все-таки обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения. Вот. Более того, опять же, я просто понимаю, в какой ситуации находятся мои родители сейчас. И все эти мои слова не продиктованы больше заботой о них, потому что со мной все в порядке. А вот они оказываются заложниками ситуации. Я прекрасно вижу, что сейчас их попросту используют. Они ездят с какими-то там акциями протеста и так далее. Они за их спинами стоят конкретные.